Всем приветик! Сегодня хочу показать небольшую часть своих растений, которые стоят у меня на этом окне, но по отдельности, так как обычно стоят растения в кучке и не удается их все рассмотреть. А сегодня я убиралась на этом окне, все мыла, растения купала и хочу показать вам эту красоту. Немножко здесь в кадр будут влезать фонарики, которые мешаются, гирлянды. Ну, посмотрим. Все равно все будет хорошо видно. Это фикус Али Амстел Голд. Такой варигатный красавец. Вот эти листочки верхние немножко замерзли, так как стоят около форточки. Я на микропроветривание открываю. И сейчас зима, холодно. Немножко они подмерзли. Вот такой вот красавец. Большой. Видео не передает всего размера. Он намного крупнее, чем кажется на камере. Следующий красавец. Это фикус Бенджамина Твилайт. Вот такой он у меня огромный. Примерно метр в высоту. Листья очень крупные, красивые, белоснежные такие. Но зеленого там присутствует много оттенка по сравнению с сортом Дегантель, который мы сейчас тоже с вами рассмотрим. Он прям полностью весь беленький такой, светленький. Там зеленого, зеленых вкраплений мало по сравнению с Твилайтом. Вот такая здесь коллизия подсажена. Далее это фикус Бенджамина Даниэль, который я очень сильно люблю. Листья у него темно-зеленые, крупные. В длину достигают 10 сантиметров. Он у меня уже взрослый. И поэтому листочки растут очень крупные. В этом году прям совсем крупные листья сверху нарастил. Всего оттенка, конечно, фикусы не передают, так как сейчас вечер, во-первых, у нас. Уже поздний вечер, и света маловато. Днем у меня не получается снимать, только вечером. Так как темнеет сейчас все равно рано, уже в 2 часа. Уже темно в 3 часу. Фонарик, конечно, я включил на камере, но все равно хорошо видно. Но полностью всего оттенка не передает всей красоты. Камера. Вот такой красавец Даниэль. Следующий фикус это Реджинальд. Почти любимый сорт. Крупные тоже у него листья, салатовые с вкраплениями и немного волнистые. Вот такое большое деревце уже у меня выросло за несколько лет. С малюсенького черенка я его растила. Следующий фикус это Дегантель, тот самый, про который я говорила, что он с более белыми листьями,
сравнительно с твилайтом. У того зеленого вкрапления больше, а у этого листочки практически белоснежные. Чем больше ему света, тем белоснежнее растут листья. Много света надо этому товарищу, но не прямого солнца, все равно немного притененного, особенно весенне-летний период. Зимой это можно, конечно, прямое солнце на юго-восточном окне ему будет хорошо. А летом все-таки и весной нужно его притенять. Вот такой красавчик и любимчик мой. Пока еще у меня не совсем большой, но и не малыш среднего размера. Далее это еще один дегантель. Вот такой, более взрослый. И более такой не сильно густой. По сравнению с предыдущим экземплярчиком. Тот погуще, но поменьше ростом и размером. Этот фикус формировала не я сама. Я покупала в прошлом году. И он был еще более лысый. Сейчас он у меня в два раза оброс. И вот таким уже красавцем становится. В сравнении с тем, что был, когда я его купила. Прям лысый-лысый такой. Листочки крупные у него. 9-10 сантиметров в длину. Вот с этого ракурса хорошо смотрится, прям передается весь оттенок практически. Следующий фикус — это дельтовидный Groove Leaves. Вот такой вот раскрасавец и любимец мой. Такой он у меня большенький. Живет примерно года 3 в моей коллекции. С обратной стороны листочки у него очень интересные, желтые, в черную точку. И вот ягодка одна осталась. Было больше. Он очень часто цветет. Фикусы пока закончились, которые стоят на этом окне, которые я сегодня купала и запланировала сделать обзор. Но фикусов в моей коллекции еще очень и очень много. Вот стоят здесь экземплярчиков много. Здесь. Есть еще в зале, есть на стеллаже. Поэтому буду показывать их поочередно. Обзоры следующие. А пока далее то, что стоит на этом окне. То, что сегодня тоже принимала душ, это монстера варигатная, сорт Борзига. Такие у нее огромные корни. Воздушные. Следующая красотка — это Хоя Кэрри. Варигатная.
Вот этот лист просто огромный, сантиметров, наверное, 14 в ширину. И вот этот тоже огромнейший. Камера не передает, как всегда. Это у меня один из экземпляров этой хойки. И два экземплярчика есть еще на кухонном подоконнике. Очень люблю я этот сорт хойки. Он у меня в любимках находится. Здесь в середине варигатость желтая, которая со временем практически пропадает. На новом листе она очень хорошо выражена, а потом ее очень плохо видно уже, когда лист стареет. Вот такой вот сортик. Дальше это у меня хойя мультифлора. Пыталась зацвести. Стоит вот здесь у окна, около форточки. И прям уже набирала бутоны такие хорошие, набрала и скинула. Видать, что-то ей не понравилось. Там дует. Форточка всегда на микропроветривание открыта. Так как у меня стоит практически такая же хойя под лампой. Только лазианта. Она набрала бутоны. Скоро их раскроет. Там сквозняка такого нету на стеллаже. Поэтому она не капризничала. Набрала бутоны. И вот-вот их уже раскроет. Скоро я вам тоже ее покажу. А это мультифлорка капризина. Следующее растение. Это замиокулька зензи. Что-то здесь оттенок совсем не передается. Какой-то черный смотрится он. На самом деле у него темно-темно-зеленые листья. Такой вот крепыш. Сорт карликовый, пузатенький. Любимый мой сорт из всех замиокулькасов. Еще нравится черный ворон. Но он у меня пока малыш, черный ворон. Очень медленно растет. Планирую еще весной подкупить несколько череночков. Подсадить к нему, к моему малышу. Сегодня его не будет в обзоре. Но я его очень тоже люблю. Так как сейчас речь пошла о замиокулькасах. Вот новый лист лезет. То сразу скажу, что черный ворон я тоже очень сильно люблю. Нравится мне этот сортик. Его черные листочки. Не хочет он полностью фокусироваться. Совсем по-другому камера показывает. Ну, вы, в общем-то, поняли приблизительно, какой он красавец. Следующие красавицы, красавцы, это у меня крестовники Роули. Вот этот сорт Герейна с продолговатыми такими шариками, листочками. А этот с круглыми Роули. Эти экземплярчики я привозила из Краснодара в сентябре месяце прошлого года, получается. Один вот такой экземплярчик я уже загубила. Но он не такой большой был, конечно, поменьше. Этому крестовнику нужно очень-очень много света. Яркого и прям можно даже паленого практически солнца. Поставила я его вот сюда, прям на самые первые ряды подоконника. Раньше он у меня стоял под лампами и начал загибаться, чахнуть. Но я быстренько сообразила и в начале зимы поставила его на подоконник. Дальше это у меня будут полисциасы. Вот такой пальфура варигатный. И с зелеными листочками сорт называется Фабиан. Далее это вот такой шикарнейший фикус, хотел сказать, кактус. В таком красивом горшочке он у меня сидит. Распрекрасный.
такой товарищ. Очень-очень красивый, сочный, яркий, но оттенок не передается, так как темновато здесь. На естественном освещении он выглядит очень хорошо, красиво. Следующий красавец — это алоэ устрашающие с такими вот колючками злыми, которые я постоянно накалываю то руки, то пальцы. Очень злой такой товарищ, но красивый. Гибискус желтый махровый, привезенный из Сочи. Вот такой он у меня будет штамбом. Нужно будет его закрепить на опору. Дальше это олеандр. Тоже я привозила из Сочи позапрошлом году. Цвет будет либо розовый, либо белый. И последний красавец, который стоит на этом подоконнике, это фикус Golden Monic, который я получала прошлой весной. Последней весной, вот 2022 года. Малюсеньким черенком, там всего пару листьев было. Вот так он у меня разросся. Очень красивый сорт. На этом я буду заканчивать видео. Желаю всем всего хорошего, здоровья, мира, добра, любви. И до новых встреч. Пока-пока.